Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем обзоры томатов в нашем интернет-магазине. Повторюсь, их больше 400 сортов. И сегодня мы остановимся на самых популярных сортах и расскажем про каждый. Начнем с самых популярных сортов агрофирмы «Поиск». Это серия «Огородное изобилие». И остановимся на раннеспелых томатах. Это сибирские скороспелые, отличный сорт, низкорослый для открытого грунта и пленочных укрытий, раннеспелый. Вкусовые качества сорта просто отличные. И также томат «Челнок». Особо ценное качество этого сорта – это холодостойкость, что позволяет высаживать растения в максимально ранние сроки и получать ранний урожай еще до массового распространения фитофторы. Следующие два сорта из серии «Огородное изобилие» – это сорт «Новичок розовый», томат для открытого грунта, среднеспелый, растение высотой 50-60 см, очень низкорослое, плоды овальные, массой 75-110 грамм, в кисти до 6 плодов. Этот сорт характеризуется тем, что устойчив к комплексу болезней. И также томат «Бычье сердце» – популярный сорт, его знают все, среднепоздний. Период отсходов до начала созревания 118-128 дней, плоды сердцевидной формы, массой 110-225 грамм. Очень-очень вкусный. Теперь остановимся на двух популярных сортах агрофирмы «Поиск» из сибирской селекции. Это томат «Краса Сибири», раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Окраска зрелого плода розово-малиновая. Прекрасный вкус, сочная мякоть, ароматная нежная кожица. И также еще один томат, который называется «Алтайский мед». Среднеспелый сорт для открытого и защищенного грунта, плод сердцевидной формы, слегка ребристый, абрикосово-оранжевой окраски и отличный для приготовления соков и для свежего потребления. И еще три замечательных сорта от агрофирмы «Сибирский сад», «Сибирская селекция», томат ультраскороспелый, супер низкорослый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте, высота растения всего 40 сантиметров. Особенностью сорта является его скороспелость. Благодаря высокой скороспелости плоды успевают созревать до начала распространения фитофтороза. Еще один сорт – это сорт «Батянин» томат. Очень удачный сорт сибирских селекционеров, который сочетает все нужные качества – скороспелость, крупноплодность, высокая урожайность и отличный вкус плодов. И еще один сорт называется «Суперклуша» – низкорослое розово-плодное чудо. Также от селекционеров «Сибирский сад» отлично подходит для дачников, которые предпочитают выращивать штамбовые сорта томатов в открытом грунте, получая значительную экономию времени и сил, потому что сорт абсолютно неприхотлив. Подписывайтесь на нашу страничку в Instagram, заходите на наш сайт, впереди еще очень много интересных и полезных обзоров.